Ну, тяжелая игра была в том плане, что это хорошо организованная команда. Хоть они там 4 игры проиграли, и «Чайки» проиграли последнюю, я смотрел, там они не по делу проиграли. Вот. Находясь в большинстве, они умудрились пропустить. Вот. А хорошая организованная, хорошо в обороне играет, перестраивается. Ну, всегда позиционную атаку очень сложно делать. Вот. Во втором тайме у нас лучше пошло, плюс замены сделали, освежили, фланги стали работать хорошо. Вот. В первом тайме немножко было сложно, долго мяч перемещали, вот, и поэтому не успевали все перекрывать. В втором тайме у нас лучше это было все, ну и чуть повезло, что мы забили 2 мяча. Ну, плохо то, что мы вначале всегда пропускаем и делаем ошибки при стандартах. Вот, сейчас будем внимательно внимание уделим этому аспекту футбола, потому что нельзя пропускать. А честно говоря, в других командах работал, меня не пропускали со стандарта. Но здесь еще времени просто нет для работы. Видите, игры, там месяцы отработали, потом игры, и практически невозможно тренировочный процесс вести, где нужно еще и добавлять в мастерстве. Вот. Ну, имели огромное преимущество. Вот, владение мячом, и тем более, когда мы в большинстве были. Ну и в равных сказал, мы тоже преимущество имели. Вот. Ну, давали контратаки. Еще есть моменты, что есть ошибки, которые позволяют сопернику атаковать. Мы это изживаем, но сложно. А так игра хорошая была, я скажу, быстро пролетело время. Первый, второй тайм, потому что у них хорошая, хорошо организованная команда. Вот. Мы атаковали, значит, поэтому такая футбол интересный был. К сожалению, не получилось добиться положительного результата для себя. Могу сказать то, что ну, достаточно в такой ситуации, когда вторую игру проигрываешь в конце, в дополнительное время, мягко говоря, очень неприятно. Считаю, что мы не заслужили такого результата, но при этом я очень благодарен своей команде, которая билась до конца, в меньшинстве больше часа играть против Енисея. Конечно же, это сложно, но при этом я поблагодарил команду, поддержал, и, конечно же, все ребята расстроены. Просто я не знаю, насколько было оправдано удаление. Это, конечно, комитет пусть разбирается, но нам очень неприятно то, что из-за такой ошибки, можно сказать, то, что команда в меньшинстве остается и практически 60 минут играет достаточно хорошо, и при этом создавая моменты. Ну, к сожалению, такой результат мы должны принять еще раз. Ну, мягко говоря, у нас не устраивает. Не могу сказать, что мы там очень большие планы строили в кубке, потому что турнирная ситуация складывается по-другому, что нам нужно распределить силы и именно сделать акцент на первенство наше. Но, к сожалению, нужно принять результат, ну, так как сложилось. Просто психологически очень важно одержать одну победу, чтобы команде было просто проще работать дальше.